прошлом году 346 атырауских государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. 12 из них не соблюдали этические нормы. Об этом было сказано на совещании с участием уполномоченного по этике Министерства финансов Республики Казахстан Тулигена Ташмагамбетова. Как известно, с 1 января 2016 года в стране был введен этический кодекс. В этой связи усилились требования к госслужащим. На состоявшемся собрании с участием сотрудников таможенной и налоговой службы были зачитаны лекции по вопросам этики госслужащих, а также осуществлен личный прием сотрудников. Как вы знаете, с 1 января 2016 года на территории нашей республики действует этический кодекс, который определяет нормы поведения государственных служащих как внутри коллектива, так и при взаимоотношениях руководителей с подчиненными. И самое главное, хотел бы подчеркнуть нормы поведения государственных служащих в нерабочее время. Ну, вопросы контроля в части соблюдения этических норм за госслужащими у нас находятся на постоянном контроле. Более того, я хотел бы сказать, что сегодня каждый государственный служащий, каждый гражданин нашей страны должны знать, что введен институт уполномоченного по этике. Этот институт работает во всех государственных органах.